Всем привет! Мы продолжаем наше прохождение четвертого Silent Hill. Ну что ж, друзья, я вас поздравляю! Мы с вами медленно, наверно, движемся к плохой концовке. Ура! Поздравляю, поздравляю, поздравляю! Нашу квартиру заполнила всякая нечисть, Алин вся в крови, и у нас все плохо. Ну ладно, ладно. На самом деле не все так плохо. На самом деле я контролирую полностью ситуацию, я знаю, что делать. По крайней мере, у нас есть святые свечи. Благодаря им мы еще держимся. И можем изгонять призраков. Поэтому у нас еще и шанс. А также один фокус, который, скорее всего, придется использовать. Это фокус с двумя свечами и Алин. Я думаю, то, что многие знают про этот фокус. Многие его используют, но он не всегда работает. Поэтому, если нам повезет и у нас получится это сделать в будущем, тогда... все будет отлично. Если нет, ну тогда все равно все будет зависеть от меня. Насколько хорошо я смогу пройти финальную битву. Хотя на сложном, с такой Алин, которая вся в крови, сделать это будет, ну, крайне-крайне сложно. Так, все исчезло. Отлично. Остается второй. Но мы, конечно же, не падаем духом, друзья. Нет, нет, нет. Исчез. Это не есть хорошо. Хотя, в принципе, у меня есть две теории. Первая, либо дом впитал в себя призрака. Иногда призраки уходят, и это плохо для нас, потому что это влияет на концовку, если вы не сумели его вовремя изгнать. А второе, это то, что этот призрак, скорее всего, может появляться в разных местах. У него просто такие, знаете, дыры для телепортации. Поэтому мы его изгоняем оттуда. И отсюда получается, да? Скорее всего так. Ну ладно, это отлично. Тогда я не так уж и волнуюсь. Все превосходно. Так. Ладно. Это мы все убираем. Факел не нужен. Амулет. Да он уже сломается скоро. Конечно. Ну ладно. Идемте. Эх, Алин, Алин. Ну как у тебя дела? По-моему, ты стала еще кровавей. Нет, на самом деле все вроде бы отлично. Где мой топор? Ну-ка, кстати, интересно, что это такое? Кажется, это женщина. Вроде бы по первичным половым признакам, да. Но я отсюда плохо вижу. Ладно, ладно, будем смотреть. А здесь у нас какая-то операционная. Ну ладно, идем. Теперь, кажется, я понимаю, что значит спуститься с небес на землю. То есть там у нас еще рай, а здесь ад. Ладно. Открыто. Ух ты. Заходи, мужик, свободно. Так, спускаемся. Старая добрая башня. А, ну да, точно. Алин, прости, ты пешком. Я подожду. Алин, что так долго? Не прошло и получаса.
Ты кого там привела ко мне? Каких-то жуков, что ли? Что, устала? Да тут буквально пара метров. Ой, входим, входим, входим. Я понял. Так, ладно, я решил то, что Алин особо уже беречь не буду, потому что это все равно бесполезно. Привет-то. Так вот, не будем ее беречь, а попробуем трюк со свечками позже. Ой-ой-ой. Алин, давай. Крис. Да ё-моё, ах ты. Вот засранец. Давай, Алин, давай. Слушайте, она неплохо так сражается. С цепью-то вообще превосходно. Молодец, я горжусь тобой. Так, ладно, давай смотреть, что у нас в комнатах. Пули, рубашка, одежда. Нам бы рубашку, знаете, сменить. Тоже сколько в ней ходим-то. По всяким подвалам, грязище. Так, это у нас умная комната. Здесь жил умный мальчик, который все равно умер. Дыра. Тут у нас вроде бы еще одна дыра. Да, все правильно. Порядок не изменился совсем. Я всегда запоминал, если здесь вода льется, тогда здесь дыра. Тут у нас святая свеча. Это же превосходно. Так, там еще один. Генри, ты как бы... Ну, короче, ты понял, да? Ты не очень. Вот так вот. Слушайте, прямо сегодня рвется в бой. Вы посмотрите. Мне кажется, ей вообще урон не идет. Так. Молодец. Дыра. А здесь? О, нет, 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 Алин, не надо с ним сражаться. Господи, бедные призраки, что ты сегодня, Алин, творишь? Ее прям не остановить. Ладно, ладно, молодец, я рад. Я рад, что ты наконец-таки решила мне помочь. В какой-то веке. Так, идем. Будем прыгать с тобой. Такой увлекательный аттракцион. Ты закачаешься. Вот, сюда. Ну что ж, я первый, ты за мной. Юху. Алин? Алин, ну ты чего? Прыгай. Не страшно же. Я же жив. Господи, ну с рукой-то, с ногой-то можешь нормально прыгнуть? О, ладно. Эта девушка. У меня нет слов. Одни эмоции. Так, где это я? А, это кухня. Рубашка. Это рубашка, на ней что-то написано воском. Взять, берем. Рубашка заключенного. Что-то написано на ней воском. Может быть, если я намочу ее в какой-нибудь цветной жидкости. Давай здесь прям намочим. Я не могу здесь это использовать. Да как же? Это что тебе, не цветная жидкость? По-моему, здесь все цвета радуги. Зеленый, фиолетовый, красный. Ладно, идем. Найдем что-нибудь более интересное. Ух ты, еда! Еда осталась. Вкусненько. Так, ой. Кыш. Ну ладно, давай этого. Слушайте, они растут? Этого. Еще еда. Святой медальон. Смотрите, как положили. Вот не увидеть ведь. Хотя, если как-нибудь так, нет, так тоже не увидеть. Питательный напиток. Открыто. Ё-моё, опять вы. Так, у меня уже места-то не так много. Здесь у нас, ну вот смотрите, лежат патроны. Хотя, в принципе, я выпить могу.
Наверное, бутылек все равно жизни нужны. Ладно. Давайте возьму. Я вот вообще патроны не тратил, да? Это да. Но знаете, пистолет, ну, он никакой в этой игре. Понимаете? То есть даже топор, он лучше, чем пистолет. Во много раз. Кстати, эту башню по-другому называют паноптикум. На самом деле, она была изобретена еще в 18 веке английским философом, специально, чтобы несколько надзирателей могли наблюдать сразу за несколькими людьми. То есть гениальное сооружение, на самом деле. Алин, ты как? Я здесь, Алин, ты меня видишь? Тут кое-что есть. Резиновая дубинка, друзья, вот оно. Легкая резиновая дубинка. Для нанесения повреждений не нужно прикладывать большую силу. Выглядит довольно грозно. Вы представляете? Лин с такой дубинкой. Ну, вы уже видели ее с хлыстом. Теперь с дубинкой. Надо было сразу у нее цепь забрать, что-то я не догадался. Ладно. Я ж не могу выложить. Вот, кстати, это нечестно. Ой, зачем я поднялся? То есть, смотрите-ка. По идее, цепь у нее. Почему цепь лежит в моем инвентаре? Какого черта? Я не понимаю. Это ж нечестно. То есть, как бы, я даю ей порудовать ее, что ли? А потом она обратно мне ее отдает. Как-то странно. Так, давайте наверх. Вы уже прекрасно помните всю эту башню. Слизняки. Так, еще один бутылек. Места хватит? Должно хватить. Нет, ты возьми его. Благодарю. Питательный напиток. Ну что, еще призраки нет? Слушайте, да это... Я не знаю, как это назвать, но, по-моему, это издевательство. Или у меня какой-то баг. Да сколько он может вылазить-то? Просто что-то нереальное. Слушайте, мне так никаких свечек не хватит. Да это... Я не понимаю. Серьезно. Ни малейшего понятия. Ладно, давайте в этот раз здесь попробуем. Это последний раз, когда я буду это делать. Ну, это вообще уже ни в какие ворота не лезет, как говорится. Так, ладно. Ну все, давай, давай, уходи. Кыш, брысь. Подожду специально. Минут 15. Вот неужели свечки не хватает, что ли? Но ведь больше урону не наносит мне. Ничего. Все, последний раз. В следующий раз буду с помощью медальона лечить. Все, вот, исчезло, видите, друзья? У меня ни галлюцинации, ничего такого нет. Все исчезло. Все нормально. Ах. Видите, и тут пропало. Чудеса, да и только. Все, это последний раз, когда я на тебя тратил свечку. Мне еще нужны свечки, вы что? Творите-то? Две свечи как минимум. Так, патроны убираем. Вот цепь теперь это. Так. Что мне нужно? А нужно мне много чего, на самом деле. Так, мне нужно взять пистолет. Серебряную пулю. Такс. Один бутылек я оставлю специально, наверное. И еще мне нужен меч. Наверное, в прочих. Угу. Так, амулет я надену. Нам нужно постирать рубашку. Но так как вода у меня только на кухне... Ну, здесь, в принципе, тоже можно. И так сойдет.
Я намочил рубашку заключенного в луже крови. Сверху на ней появляются белые буквы. Моя комната на втором этаже, и мне пришлось выпить что-то с этими черными штуками внутри. Я спрятал меч с треугольной ручкой под свою кровать. Этот жирный парень забрал ключ от подвала. В следующий раз я всажу этот треугольный меч в эту свинью и заберу ключ. Погодите-ка, под какой кроватью? Вот это я не понял, кстати. Где он оставил меч? Записка. Я собираюсь подвести итоги всего того, что мне удалось узнать о Уолтере Салливане на данный момент. Он был рожден прямо здесь, в квартире 302, в South Ashfield Heights. Его родители бросили его вскоре после этого и куда-то исчезли, оставив ребенка одного. Он был найден и отправлен в госпиталь Святого Джерома. Он был усыновлен Домом Желаний, сиротским приютом в лесу возле Сайлент-Хилла, которым управлял секретный религиозный культ Сайлент-Хилла. Когда ему было 6 лет, кто-то из этого культа показал ему то место, где он родился. С тех пор он начал верить в то, что квартира 302, другими словами, это комната, и была его матерью. Каждую неделю он добирался из приюта до South Ashfield Heights, довольно большое путешествие для ребенка его возраста. Иногда он ехал на метро, иногда на автобусе. Я устал, моя головная боль становится все невыносимее, остальное я напишу завтра. 28 июля. То есть мы, получаемся, живем внутри его матери? Ну, в его представлении, да? Это немножечко как-то страшновато. Жутковато. То есть она нас потихоньку как бы тут переваривает, эта комната. Переваривает по кусочкам. Да, весело, весело. Так, все. Вроде бы все. Отлично. Ну что же, готовимся к новому поединку. Берем наш пистолет. Заряжаем серебряную пулю, хотя я думал, что это калибр для револьвера, но нет. Отлично. Одна пуля. Так. Ну что ж, идемте. Я, конечно, вообще ни слова не понял, но кажется, он пришел за своей рубашкой. Так, ладно, возьму пока топор. Тут еще эти ростки мешаются. Отлично. Понимаете, этот толстячок, он просто нереально мощный какой-то. Я пробовал когда-то его зарубить топором, и, честно говоря, все кончилось очень плохо. Поэтому лучше потратить серебряную пулю, которых не так уж и много в игре. Все, все. Так, ладно, где ты? Главное не промазать. Он где-то рядом. Так. Уже близко мы. Так, вот он где-то здесь. Но где же ты, где? Есть. И всаживаем меч. Я взял ключ от генераторной комнаты. Ну, в общем, это было сделать необходимо. Ключ, который держал призрак Эндрю, открывает дверь на этаже B2. Благодарю. Ну, помучайся, помучайся немножечко. Можно, кстати, патроны зарядить. Наверное, чтобы место... Можно же зарядить? Все, отлично.
давай. Раз. Раз. Трис. Чёртова плесень везде растет. Да уйдите вы. Слизни. Так, тут вроде бы только в паре комнат что-то есть. Вот патроны опять ненужные. Так, в общем, нам нужно искать Айлин и прокладывать для нее дорогу. Так, как это лучше сделать? Это, конечно, хороший вопрос. Но главное выйти на самом деле наружу, а там уже разобраться. Примерно вот сюда. Конечно. Ух ты, ты уже здесь, Салливан? Привет, дружище. Поднимаемся. Так, это был вроде бы предпоследний этаж. Вроде бы этот. Да, поэтому нам нужно вниз спуститься. Айлин, я уже иду. Да, уйдите от меня. Так, комната с водой. Сюда. Так, держи, я кое-что для тебя принес. Дубинка. Кажется, она мощнее, но я не помню. Ну, должна быть, по крайней мере. Так, нам предстоит увлекательное путешествие в самый низ, в самую глубь. Идем. Так, и, наверное, придется просто бежать. У меня нет других вариантов. Салливан, отпусти меня, пожалуйста. Я больше так не буду. Да с кем он там сражается? Ты чё, Салливан, ты с ума сошел, что ли? Ну, конечно, ты давно сошел с ума, но в этот раз ты просто себя превзошел, мне кажется. Прошу тебя, пожалуйста, Айлин, где ты там? Надеюсь, Салливан ее не убьет раньше времени. Ох-хо-хо-хо, я побежал. Айлин, удачи. Да ё-моё, эти букашки. Айлин, это ты? Айлин, я так рад тебя видеть. Бежим быстрее. Там чокнутый. Давай, давай, дубинка ее. Ну, каблуком топчи. Да ладно, черт с ней. Идем. Да куда тут? Медленнее-то еще. Нас тут и забьют. А мне еще жизни нужны. Все, Айлин, давай быстрее. Айлин, еще быстрее. Ускорься, как только можешь. Ура. Мы здесь. И здоровья у меня опять нету. Что ж такое-то? Вот на кого я трачу здоровье? На тебя. Ладно, идем. Только ради бога, не наткнись на росток. В принципе, друзья, можете обратно забрать этот меч. Но так как на этого парня потратил целую пулю серебряную, пусть мучается. У меня есть еще один меч. Хотя, в принципе, нам еще нужно будет... На одного призрака. Или на двух еще. Я точно не помню, кстати. Конечно, лучше было бы забрать. Ну ладно. Генри, ты мазила? Айлин, давай ты. Раз уж мы решили, что спасать тебя бесполезно. Рано или поздно ты все равно, так сказать, станешь красным, как демон, как суккуб. Поэтому у меня нет вариантов других. Ладно, идем, 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 идем. Так.
самом деле сейчас будет самое веселое. Наверное, даже лучше взять пистолет, хотя это все равно не поможет. Какая разница, топор или пистолет брать? Да. Ну ладно, попробуем. Ключ от генераторной комнаты. О! Вы посмотрите. Посмотрите на это великолепие. Сколько их там? Раз, два, три, четыре, пять. Вроде бы шесть. У нас сейчас будет стенка на стенку. Серьезно, это такое вообще издевательство. Я даже представить себе не могу. Пробежать тут, ну знаете, шансов маловато. Бежим. Ё-моё, ну... Айлин, ты как? О-хо-хо. Давай, мочи их. Есть. И добиваем. Ну, давай же. Генри, как всегда, молодец. Да. Айлин. Все, ей конец. Да почему он не вы... вообще никого не добивает? Это жесть. Ух-ух-ух. Давайте, давайте, идите ко мне. Бедная Айлин, бедная, мне ее так жалко. Айлин, давай. Раз. Да есть же. Так, ладно. И добиваем. Так. Назад, 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 Генри. Если мы умрем, то будет совсем все плохо. Так. Добивай. Айлин, помогай мне хотя бы немножечко. Да, спасибо. Именно это я имел в виду. Так, ладно, 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 я понял. Загнали, демоны. Бежим, бежим, бежим. Так, ладно, 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 ладно. Все неплохо. Айлин, ты вся кровавая до жути. Да блин. Твой раз. Все. Ладно, в принципе, можно было бежать уже. Бежим. Черт с ним. Да у тебя не только нога там болит, у тебя вообще все плохо. Ух. Ладно, ладно, входим. Чего уж тут? Зато мы живы. Ты можешь порадоваться. Ух. Вот такое вот веселье. Ух ты. Кажется, кто-то приготовил нам даже столик на двоих. У-у-у. Манекены. Как я говорил, будем тогда ставить свечки и молиться, молиться за Айлин, за то, что она выживет. Что, что такое? Что, 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 что? О-о-о-о! Это да. Конечно, это красота, но это немножечко жутковато. Привет. У тебя я, наверное, уже буду амулетом изгонять, серьезно. Свечки мне нужны еще. Ладно, ладно, потом. Это потом.
а то еще помру ненароком. Да вы издеваетесь. Друзья, это какая-то жесть творится. О, ладненько. С этим мы разберемся, друзья, в следующей серии. А на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся в следующей серии. Всем пока.